Работы по модернизации очистных сооружений в Кишиневе не будут полностью завершены и в этом году. Компания-подрядчик объясняет это пандемией и острым кризисом на рынке стройматериалов. Будут ли применены к ней штрафные санкции, пока неизвестно. Подрядчик должен повторно оценить сроки работ программы, которую следует обновить. Мы предполагаем, что они будут готовы к 2022 году. Точную дату нужно определить. Необходимо время на завершение всех задач, в том числе по проведению испытаний всех установок и технологического процесса. Подрядчики говорят, что работы готовы на 80%. Процесс очистки ила можно будет запустить в первой половине следующего года. Что касается переработки ила, то это будет сделано чуть позже. Это произошло из-за проблем, возникших в этом году, пандемии и ее последствий, а также кризиса материалов и оборудования. Модернизация очистных сооружений в Кишиневе началась в 2017 году. Стоимость проекта превышает 24 миллиона евро. Это кредит Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Проект предусматривает строительство новой линии очистки ила, а также новой насосной станции для перекачки сточных вод. Изначально проект модернизации планировалось завершить в июне 2020 года.